как вырастить морозостойкие калы в своем саду. Говоря о калах, сразу представляешь себе белоснежные, огромные царственные цветы на длинных толстых стеблях. Они словно выточены из слоновой кости, тончайшим резцом какого-то талантливого скульптора. Букет из таких кал – неотъемлемый атрибут свадьбы, юбилея или какого-то другого знаменательного праздника. И уж, конечно, ни одному садоводу даже в голову не придет выращивать эти тепличные цветы-неженки в своем саду. Ну и правильно! Ведь эти африканские красавицы произошли от корневищной калы эфиопской, которую в условиях нашего климата, даже на юге страны, можно выращивать только в защищенном грунте. Поэтому сегодня мы о них говорить не будем. Но кроме калы эфиопской существуют еще два вида цветных кал – желтый элиота и розовый ремани. Оба этих вида относятся к клубневым растениям. Выведенные с их участием сорта прекрасно растут и цветут в условиях короткого лета и кратковременных майских и июньских заморозков большинства регионов нашей страны. Их агротехника во многом схожа с агротехникой георгин. Точно так же садоводы осенью выкапывают клубни цветных кал и хранят до весны, чтобы следующим летом высадить их в своем саду. Сегодня мы подробно поговорим о том, как вырастить цветные калы на своем участке с учетом их индивидуальных свойств и биологических особенностей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарий, а мы продолжаем. Цветные калы – утонченные, восхитительно красивые клубневые растения высотой от 50 до 70 сантиметров. То, что мы считаем цветком, на самом деле представляет собой кроющий цветной лист, большой прицветник в форме воронки, называемый покрывалом, самой разнообразной окраски, внутри которого расположено соцветие в форме початка или свечи, состоящие из множества мелких желтых цветочков, испускающих необыкновенно нежный ванильно-магнолиевый аромат. Цветки кала с кроющим покрывалом в зависимости от сорта могут иметь различные формы и размеры. Они бывают одно-, двух- и многоцветными и буквально ослепляют и завораживают буйством и яркостью красок. Листья у кал глянцевые, удлиненные, ярко-зеленые с белыми крапинками. Они органично дополняют удивительную и необычную красоту цветка. Клубневые калы отличаются длительным цветением и могут украсить клумбы в вашем саду с середины июня до конца сентября. Своей красотой и изяществом кала способны затмить любой самый прекрасный цветок в парадном цветнике. Растения эти довольно неприхотливы, хорошо переносят весенние заморозки, не боятся резких перепадов температур и затяжных дождей. Любой, даже начинающий садовод, легко может вырастить эти удивительные цветы на своем участке. Как посадить и вырастить калы? Клубни кал высаживают на клумбы после 18 мая, когда земля на глубине 14 см прогреется до 15 градусов. Об этом вам просигналят распускающиеся желтые цветки одуванчика. Если они зацветают, то можете смело приступать к посадке. Калы будут хорошо расти и ярко цвести только на очень солнечном месте, поэтому клумбу делайте на хорошо освещенном месте, защищенном от сквозняков и холодного ветра. Не подойдут калам низины и затопляемые дождевыми водами участки. Также они не переносят близкого залегания грунтовых вод, поэтому сажайте калы на клумбы высотой не менее 50 см. Калы очень любят рыхлые, богатые органикой, хорошо водо- и воздухопроницаемые нейтральные или слабокислые почвы. На тяжелых и кислых они расти не будут. Кислые почвы нужно предварительно нейтрализовать доломитовой мукой из расчета 2 кг на 6 квадратных метров клумбы. При создании клумб на каждый квадратный метр внесите по 2 ведра компоста, листовой земли, речного песка, ведро торфа, половину ведра древесной золы, а также 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия. Перед посадкой на 2 часа замочите клубни кал в среднемалиновом растворе марганцово-кислого калия. Растения сажайте на клумбы на расстоянии 50-60 см одно от другого, заглубляя клубни в землю на 3-4 см. После посадки всю клумбу хорошо полейте теплой водой из расчета 2 лейки на 1 квадратный метр. После полива все посадки замульчируйте соломой или торфяной крошкой слоем 5 см. Если вы купили клубни кала ранней весной, то вы можете уже в марте точно так же, как сказано выше, посадить их в горшки, а в мае пересадить на клумбы. Полив просто необходим влаголюбивым калам. Поливайте их 2-3 раза в неделю из расчета 1 лейка на 1 квадратный метр клумбы. В жару поливы проводите каждый день. Для обильного яркого цветения питания, полученного при посадке, калам недостаточно. Этим цветам необходимы регулярные подкормки. Один раз в 3 недели подкармливайте кала раствором удобрения для клубнелуковичных растений в дозировках, указанных на упаковке. Перед началом цветения, в середине его, дайте своим цветам сернокислый калий или калимагнезию из расчета 1 столовая ложка на 1 квадратный метр клумбы.
калий способствует более обильному и пышному цветению кал. А вот азотное удобрение лучше не давайте, иначе вместо прекрасных цветков вы получите огромный зеленый куст из листьев. Кала очень отзывчивы на азот, что выражается моментальным разрастанием зеленой массы. Для нормального роста и развития кал их корням необходимо много кислорода. Поэтому рыхление клумбы – один из важнейших агроприемов. Рыхлите цветы после каждого полива или дождя вместе с мульчирующим слоем, а затем засыпайте свежую мульчу, солому, сено или торфяную крошку. Мульчирующий слой защитит растения от образования почвенной корки, будет препятствовать росту сорняков и предотвратит испарение влаги из корнеобитаемого слоя. Все увядающие цветоносы аккуратно срезайте сразу после окончания цветения, чтобы дать место росту новым. В конце сентября начинайте готовить растения к зиме. Когда цветоносы и листья пожелтеют и после первых сильных заморозков лягут на землю, аккуратно срежьте всю надземную часть, оставив несколько листьев. Это нужно сделать, чтобы остатки питательных веществ из надземной части перетекли в клубень. Примерно через 2 недели выкопайте клубни, промойте их, просушите и положите на хранение, как корнеклубни георгин. Мы рассказали вам, как вырастить морозостойкие цветные калы в своем саду. Теперь предлагаем вам самые красивые, долгоцветущие и устойчивые к болезням сорта. Кала пламя. Очень эффектные золотисто-алые покрывала, особенно хороши на открытых солнечных участках или в легкой ажурной тени, где они раскрываются во всей полноте кораллово-красных и карминно-розовых оттенков. Листьев светло-желтый краб, кала-желтый уголок. Жизнерадостные солнечно-желтые покрывала цветков на фоне сочно-зеленых в светло-желтый краб листьев. Все растение просто светится счастьем. Кала-ментол. Само благородство и элегантность. Покрывало молочно-белое, в глубине светящееся легкими ванильно-сливочными оттенками вокруг нежного золотистого початка. Кала-вечерок. Жгучий брюнет с атласным, насыщенным до черноты темно-бордовым покрывалом. Диаметр цветка до 13-15 см. Кала-помадка. Очень выразительная, яркая, малиновая, с нежным оттенком розовой лаванды. Вот и все, что хотели рассказать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Ссылка в описании. До новых встреч!